Ну что, кто со мной будет радоваться хорошему обжигу? Смотрите, все чудесно, сейчас очищу все от ваты. Фарфор прямо звенит, спекся идеально. Вот бутон, бутон вообще моя радость, правда, он до того хрупкий, я не знаю, как его в бижутерии применить, но само эстетическое наслаждение очень велико. А, одуванчики, ну одуванчики могли бы быть, конечно, и поизящней, но первые. В общем, все замечательно. Ай, розы, розы превосходные. Сейчас буду думать об их применении, какой розе стать кулоном, какой стать брошью. Вот это точно будет кулон очень красивый. Такой для благородной дамы. Тут, наверное, брошечка будет небольшая. Такой полураспустившийся цветочек. Пиончики в этот раз получились восхитительные. Совершенно неподражаемые. Прекрасные. В общем, я довольна обжигом. Совершенно все прошло хорошо. Я бы сказала, даже идеально. Будем работать.